Всем привет! Сейчас я нахожусь недалеко возле отеля Sea Life. Хотел вам показать, какая сейчас обстановочка на пляже в начале октября. Сзади меня вы можете видеть сам отель. Ну что же, погнали, сделаем небольшой обзорчик. Вот он, сам отель. Здесь есть пешеходный переход на пляж. Но что мы здесь видим? Уже начинает убирать лежаки. А сегодня только начало октября. Вот так вот переполовинивают количество лежаков. Давайте глянем, куда он их везет. Здесь, как видите, люди еще забирают, купаются. Сегодня ветерок. Здесь будет слышно. И вот он их свозит на кучу. А уже отсюда, скорее всего, они будут их отгружать куда-то дальше. Вот так вот. Происходит уборка лежаков. А почему трактором? Да потому что они железные и деревянные. Железно-деревянные. То есть это не пластик, который можно легко сносить руками. Видно по зонтику и флагам, что ветерок такой нормальненький сегодня. Но зато жара, солнце 30 градусов. Давайте спустимся к морю, посмотрим поближе. Вот так вот устроил здесь траншеи трактор. Спасательная будка. Вот эти лежаки еще, которые стоят. Было и здесь, видимо, еще столько же. Вон там паренек собирает в кучки. И уже будут их увозить. Вот. Но люди, в принципе, есть. Купают, загорают. Сегодня будний день. Сейчас где-то 2 часа дня. Видите, сколько людей после Sea Life. Вот вам панорама пляжа. И водичка чистейшая. Вы видите. Вот очередная партия лежаков собирается. Так что если вы планировали полежать на лежаках возле отеля Sea Life, в скором времени уже лежаков не будет.
берите с собой полотешки, свои табуретки, как это вот делают многие. И тогда можете на любом пляжике загорать и купаться. Ну что же, вот такая вот обстановочка сегодня на пляже Sea Life. Так что повторюсь еще раз, кто, может быть, собирался на этот пляж, уже лежаки убирает, так что берите с собой полотешки. Ну а всем пока и до следующих видео.